Черкесские чествовали первого в истории россиянина, ставшего чемпионом мира в лиге карате-комбат Мирзабека Тибуева. Представители рода Тибуевых, гости и приглашенные, высказали много добрых слов и пожеланий в адрес нашего земляка из Тырнауза, Кабардино-Балкарии. Об истории успеха и праздничном мероприятии Мураджан Кёзов. Мастер спорта России, чемпион России, многократный призер международных турниров по прозвищу «Король». Мирзабек Тибуев в 2018 году подписал контракт с профессиональной лигой «Карате Комбат» и провел 3 боя в Афинах, Лос-Анджелесе и Будапеште. Главный свой приз – пояс чемпиона мира – Мирзабек завоевал в Доминиканской республике, одолев в полноконтактном бою действующего чемпиона из Ирландии, нокаутировав соперника. Мирзабек Тибуев вошел в историю как первый россиянин, завоевавший высокий титул в лиге карате-комбат. Встретить в Черкесске выдающегося атлета собрались представители рода Тибуевых, старейшины других известных фамилий, духовные лидеры и многие другие. Я ожидал, что что-то должно выстрелить, и оно выстрелило, и мы получили чемпиона мира, тем более чемпиона мира, который... впервые из России. Это очень важное событие для нас. Мы все очень обрадовались, и я надеюсь, что успехи у него будут и в дальнейшем. Вот поэтому мы сегодня вот здесь решили собраться и отметить это событие в плане поблагодарить его за то, что он от имени фамилии, от имени народа и от имени всей России достиг таких успехов. В этот вечер было сказано много добрых слов и пожеланий в адрес чемпиона мира, его брата и их мамы. Братьям подарили 2 красавцев лошадей карачаевской породы, солидный денежный приз, картины с изображением родового знака Тибуевых, комплекты карачаевских ножей и много других приятных сюрпризов. Наградить почетной грамотой Тибуева Мирзабек Ильясовича за пропаганду здорового образа жизни, за вклад, который был сделан в укрепление межнациональных отношений. Заместитель муфтия Карачаево-Черкесской республики, директор медресе КЧР Мухаммад Хаджи Эркенов. Мирзабеку Тибуеву 32 года. Профессиональная карьера складывалась достаточно тяжело. Были и травмы, когда, казалось, путь в большой спорт закрыт. Ценой невероятных усилий, ежедневных многочасовых тренировок и мастерству врачей возвращался и побеждал. Побеждал, чтобы доказать в первую очередь самому себе, что нет ничего невозможного. Готовит Мирзабека к профессиональным боям, настраивает, секундирует и одновременно является его спарринг-партнером младший брат, мастер спорта Таубек Тибуев. С детства я тренируюсь в городе Тырнауз, тренер Евгений Анатольевич Могилевец. После того, как я поступил в Санкт-Петербург, меня тренировал Кривоковский Сергей Владимирович. Но это была любительская моя карьера. А профкарьеру меня тренирует, можно сказать, мой брат родной Таубек, так как он уже тоже сам тренер и давно с детьми работает, и взрослыми, и, в общем, меня тоже тренирует. Ну, победу я, конечно, посвящаю своей родине, своему народу, карачаево-болгарскому, так что это само собой. После торжественного приема Мирзабек вернется в Санкт-Петербург, где тренируется, работает и проживает. Он окончил аспирантуру Санкт-Петербургского горного университета и скоро выйдет на защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Мураджан Кёзов, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия.